Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force. Сегодня в серии, ребят, я собираюсь открыть новых для себя персонажей. За это время я накопил, как говорится, к открытию, чтобы серия была продуктивной, так скажем. Так, забрали здесь награды. Так, ну что тут опять? Какая-нибудь... Ну, конечно, как же без рекламы-то? И награду мы еще получили. Ну, допустим. Что у нас там по припасам? Да вы заколебались своими рекламами-то, эй. Что у нас тут? Вот, вот тут вот надо было смотреть. Получить, так, осколки призрачного гонщика, друзья мои. Ну, давай откроем сразу же. Два. Ну, слушай, нормально. Бонуснулась, так скажем. Даже очень неплохо. Ну что, ребята, сейчас здесь откроем. Получить все. Так, теперь еще тут получить все. И еще что-то у нас будет сейчас доступно, да? В сундуке. Ну да, в сундуке у нас доступно 15 осколков. На кого? О! Нормально, прилетело. Так, а здесь? А здесь, наверное, как всегда, снаряжение. Ну да, ребят, снаряга. Выпадает нам снаряги. Всяких-всяких там понавыпадало. Так, ежедневные цели. Получить. Так, тратить за компанию, сразиться в рейдах. Остальное у меня уже все сделано. Ну что, пойдем открывать персонажей. Вот они, друзья мои. Первая — это Эмма Фрост. Вот так вот она выглядит, Эммочка. Злодей, мир, мутанты, сдерживатели. Вербуем. И сразу дают нам 3 звезды. Модный удар и алмазная кожа. Наносит основной цели 50 урона с шансом 30%. Превращает один наложенный эффект в отрицательный. Да, а вот это у нас... накладывает иммунитет на персонажа или один случайный союзник из мутантов-злодеев, накладывает замедление на 2 случайных врагов. То есть получается как бы дебафер. Ну что же, отлично, Эмма Фрост. Дальше идет у нас Сильвия. Злодей, космос, мистики, сдерживатели, Биврест и, соответственно, дети Асгарда. Фига у нее там клиночек такой. Ху-ху-ху. Вербуем, она стоит всего лишь 1000. Тоже у нее резня. 20% к урону по основной и дополнительным целям. А это у нас 40% к урону по основной и дополнительным целям. Наносит основной цели 110% урона и накладывает ослабление атаки. Также атакует до 4 ближайших целей, нанося 110% урона и накладывая ослабление. Тоже, ребята, есть эффект дебафа. Ну, с клинком она, конечно, орудует четенько. Не знаю, как в поединках. Так, крик, друзья мои. Вербуем. Ну что там, ё-просоте, вот эти вот загрузки постоянные. Ну, у крика всего лишь, как мы видим, 2 звезды. Удары симбионты. И расщепление волос. Фига себе, крик. Костюмчик у нее такой, блин, круто выглядит. Значит, наносит основной цели 80% урона и накладывает кровотечение. Напоминает мне... У Яровольфа такой был, да, по-моему? А здесь наносит основной цели 90% урона, а также атакует до 2 ближайших целей, нанося 50 урона. Ну, то есть это получается как ближник у нас. Дальше. Дальше у нас идет Проксима Миднайт. Это у нас из команды... Из какой команды? Из команды... Как его? Таноса. Да, это именно оттуда она. Ну что, вербуем? Проксиму. У нее всего 2 звезды, но зато красный. Беззвездный удар. То есть наносит урона и снимает один положительный эффект с нее. Эту атаку нельзя заблокировать. Если среди союзников есть корпус Глейв, от этой атаки нельзя уклониться. Вот так вот. Наносит
Основной цели 70% урона также атакует от одной до двух целей, стоящих на удалении двух шагов от предыдущей, нанося 60% урона. Вот такая вот у нас Проксима. Дальше идет Фила Вэл. Герой Космос, Био, Протектор и Дозор, Бесконечности, Кри, Молнии из глаз. Тоже за тысячонку. Вербуется, и тоже у нее, ребята, две звезды, но желтенькие. Метеоритный удар. Наносит основной цели. Короче, все вот это ближники пока. Наносит основной и ближайшим целям 100% урона и 5% проникающего урона. А проникающий, это, я так понимаю, с кровотечением, да? С эффектом наложения кровотечения. И Шаттерстар. Вот такой вот он, с мечами. Тоже 1000. Две, одна звезда красная и другая белая. Парные клинки. Плюс удар накрест у него идет. По всем целям. Ну что, вот такие вот у нас были ребятушки. Да иди ты в баню. Объединяем. Могу, могу улучшить. Целитель у нее, ребят, стоит. Да-да. Ну, как-то так. Ну, это, конечно, барышню надо еще мне как-то. Приодел называется, всего лишь. Всего лишь один разок получилось. Бафнуть ее, так скажем. Ну, что там у нас? В рейдах. Сразиться в двух боях в рейдах. А, подожди. Налет. Давай налет, наверное, сделаем с тобой. Ну, почему бы и не сделать нам, друзья, налет. Кстати, надо было посмотреть, сколько у меня этих жетонов. Может быть, я мог бы кого-то завербовать бы еще. Ну, как завербовать? Купить осколки персонажа определенного. Ну, пока посмотрим, что у нас тут. Так, 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 так. Вонг. Да я даже не знаю. Наверное, в первую очередь кроссбаунса, наверное, сносить надо. Упал парнишка. Шан-Чи, ты что-то тут совсем, смотрю, приборзел. Каждому причем звездюлей дал, а? И этот туда же. Тоже каждому, что? Ну, тоже каждому, ребята. Берем провокацию. Засранец палача. Ну что, кровотечение вешаем на них? Да. Ну-ка, призови-ка. Нормально, блокирнул лечение. О. Хорош. Групповая атака. Вырубили мы этого хмыреныша групповой атакой. А ну-ка, Венома. Этого было достаточно, я так понимаю, да? На 39 400. Он еще гадина живой. Мы сопротивление сделали. Коллективная броня. Венома валим. Броня королевская. Давай массовый. Так, мы их заблокировали. Плюс у них висит кровотечение, ко всему прочему. Ах ты, гад. Уклонился.
А лечение у меня, у нас блокируется лечение, ребят, потому что у нас... Так. Ну что, паучок, по-моему, пора помирать, мне так кажется. Твою... Вот он в этом плане, вот шестое чувство его, конечно, очень тут мешает мне. Ну, в общем, ребят, победили. А я даже не сомневался, даже на автобое бы мы победили бы. Я уже специально тут так сделал, чтобы посмотреть на итог. Опа. Хотелось бы вот этого мужичка бы получить свое пользование. Что это у него тут? Кинжальчик какой-то еще в руке маленький притаился. Так, по-моему, я все-таки что-то могу, ребята, открыть. От 5 до 20 осколков. Нормально. А теперь я хотел глянуть здесь. Сколько? 513. Ну, 513, наверное, мало будет. А вот, ребята, и серебряный самурай, который у нас в Снейп Марвел. Вот этого я качаю, ребята. Шан-Чи. Так, подожди. Сколько этих? 575. Но здесь мало. Я хочу вот этого, ребят, открыть. Хотя я не знаю, стоит ли он того, чтобы его открывать. Кинжал тут у нас есть. Фэрэвэл. Коллинг Винг. Крик. Красный Страж. Возьмем Красного Стража. А это кто у нас? Ника Минору. Вообще ни о чем не говорит. Вообще ни о чем. Что за Мика? Что за Мика Минору, ребят? Кто такая? Откуда взялась? Мика Минору. Вообще без понятия. Ну что? Этап 11 какой-то. Этап 11. События, арена. Давай еще тогда, наверное, налетик сделаем. Еще один налет. Мне вот эта картинка больше всего нравится. А вот он, Корвус. Вот он, Миднайт это. Это чувак, который, я не знаю, там управляет камнями, по-моему, да? Это вообще как танк идет. И... О. Вылупились. Наверное, вот это вот в первую очередь. 66 тысяч урона. Нормально. С белочками там своими. Массовое лечение, да? Видал, что паучара делает? Провокацию взял. Паук, как всегда, выпендривается, ребят. Выпендривается, как всегда. Фига она тут. Еще и лечение на 7 тысяч почти сделал себе. Это что, что сейчас было? Слушай, она заколебала уже, а? На 11 тысяч мы хильнулись. Она себе хп восстановила? Каким образом? Белка. Белка, белочка. На! Сопротивляется. Помощь. Так, это атакующие, да? Во-во-во-во! Еще и ослабление атаки мне сделали. Давай дальше. Да ты посмотри, задолбала блокировать уже.
Куда он улетел? Так. Он себе инициативу, ребят, опять восстановил. Танос, Танос. По башке получил. Нам заблокировали всю лечку. Я не могу врубиться, почему она блокирует удары-то? Вот это хмыреха. Сейчас Танос ушатает мне. Вырубили, блин. Ребята, вырубили мне Таноса. Воскрешаем его. Плюс защита от смерти, да? Посмотри, приборзевшие какие. Полностью выхилились они. Я даже не знаю, что делать. Давай. А, вон там провокация стоит. Контратака. Ослабление защиты опять. Блин, самое противное, что у меня, ребята, заблокировано лечение. Офигенно. Да как так-то, блин? Что, блин, за команда непробиваемая? Ёпрасоты, блин. У Таноса, слава богу, пока защита от смерти есть, лежит. О, мы остались без лечения. Я не пойму, вот это что ли? Что вот это такое, блин, надо посмотреть. Пойму. Да я даже не успеваю прочитать ни хрена, блин, там дергаются как рахиты, блин. Блокирует следующую атаку. Вот оно что, ребята. Обвинитель. Тьф. Такая моя хотела, но видишь, ничего не получилось. Все, минус... Нет, Танос... Ну, у него уже не осталось, ребята. Она достала уже своей скорой помощью, блин. Ходит и ходит, ходит и ходит, блин. Резиновое дерьмо, блин. Этот-то что, никак не упадет, блин? Заколебал уже в доску, блин. На нафиг. Готовность. Персонаж готов. К чему ты готов, персонаж? Готов он, блин. И это трогать пока я не буду, ребят. Это бесполезно. Ты это вот как-то надо ушатать, блин. Она достала, это же хил местный хил. Смотри, смотри. Пробафалась кикимора, блин. Две защиты от смерти. Ё-моё. Танцу крышка, походу, дела. Это теперь взяла себе, блин. Так, я так их никогда не пробью. Я просто их не пробью, ребят. Это, блин, станция вечно провокацию, плюс у него уклонение, блин, от урона. Это еще гаденыш лезет.
Ну. Ну и, ну и что ты, ну, ну. Обалдеть. Все, наверное, сейчас похоронят ее здесь. Не получится у меня ее подбить. Все, она блокирует. Она блокирует и блокирует. Блокирует и блокирует, блин. Ишь. И личиху. Личиху рубила, блин. Нормально? Сейчас этой крышка будет. Достала она со своей скрученной скорой помощью. Все, ребят, разобрали меня тут. Я сейчас буду мстить. Я буду мстить, ребят. Ну, ему одному не выжить здесь. Здесь можно, ребята, уже ускоряться. Че ты там со своими белочками, Кихимора? Ты сейчас получишь у меня по шее, блин. Балуется она там. Тюх, сразу у меня упало, блин, все, что мы собирали с тобой. Вся энергия в минус улетела. Ну, я сейчас устрою. Я сейчас уберу кое-кого из команды из моей. А именно. Вот этого уберем и... Вот этого. Кросса оставим и... И Дэдпула. Так он уродец, он взял, поменял команду себе. Поменял себе команду. Хмырь болотный. Сейчас попробуем. Вон того надо. По возможности. Кейджа. Сдуло. Так, Дэдпул, Дэдпул. Давай этого. А он на кроссбаунса, да, напал? Получите, гаденыши. Так, кроссбаунс берет провокацию на себя. Танос, добьешь ты этого хмыря, Дэдпула? Он, правда, рисанется сейчас. Такая способность у него. Пассивная. Че ты там? Че он там сделал? Провокацию, что ли? Нет, у него защита от смерти. Тогда давай этого попробуем. Готов. Ну, с этим отрядом было попроще. С этим отрядом, ребят. Ну, видимо, из-за того, что мы с тобой снизили планку. Мы проиграли в том поединке, поэтому нам решили послабже здесь противников дать. У него защита от смерти одна всего лишь осталась, да? Ну чё, Танос, давай. Нет у него больше защиты. И защита как только, ребята, упала у него, сразу же кровотечение его уничтожило. Теперь у этого гаденыша защита. Че, блокирует? Смотри, а.
совсем прибурел, а? На. Да, выиграли здесь. Здесь у нас, слава богу, получилось бомбануть их. Тут крузбонус, на самом деле, молодчага. Чего же там скрывать? Сейчас глянем, что нам здесь выпадет. Какой противник. Защита смерти не дает персонажу погибнуть после урона, который израсходовал бы весь его запас здоровья. Да ладно, ага. Не дает, блин. По нему бомбишь, ему пофиг. Тут какая-то солянка. Тут надо, ребята, либо Капитана Америку бомбить, либо я, наверное... Что у них тут? Блокирует... Ага, блокирует следующий атаку. Поэтому суперудар, естественно, лучше не тратить. Раз он все равно будет блокировать. Что? Что еще за ястребок тут? Обалдеть, у нее здоровье. Да как ты блокируешь? У тебя не было блокировки, блин, уже. Смотри, что творит, а? Кросс, ты будешь брать на себя провокацию? Ты заколебал уже, а? Ослабление атаки. Нормально так бафнуло, ты посмотри. Пу-пу-пу-пу-пу. Все, хана нашим ребятам. Я личку лишился, ребят. Давай вжаривать. Чё твори... Пипец. Вытворяет кикимора, блин. Массовая молния. Оглушил. Еще легче, не легче, блин. Да завали ты этого, блин. Ты не дрень, сейчас... На! Теперь бы лечилку бы вот эту вот ихнюю подбить. Удар наотмашь. Всего на 4000, это вообще ни о чем. Ослабление защиты. Это одурманенная стоит. Только сейчас у нее закончилось. Вот. Это нормально, ребята. На 13900. Плюс еще. Ай, кроссбон сейчас попадет. Там кроссбонс и... Асия. Хорош. Остается только Тор. У него нет никакой защиты, поэтому, в принципе, должны его подбить. Да. Даже несмотря на то, что, ребята, мы через лечки, мы победили здесь.
Что не может не радовать, ну согласись. У меня нету, ребята, бойцов, которые бы делали бы дебафы на врагов. Все, что есть, это, ну, не то. Это вообще не то. Мне хочется какого-то такого, ну... Какого-то... Вот этот вот, видел чувак, который новый-то у них появился? С британским флагом, в маске такой. Напоминает мне чем-то этого... Карманника. Он такие там бафы делает, я посмотрел. На всех защиту от смерти, на всех блокировку ударов, на всех усиление защиты. Там такой типок, я дрался с ним. Я манал, команда просто непробиваемая. Это, ну это, естественно, это взывает. Наверное, нам надо ее в первую очередь попробовать бомбануть. Не знаю, Джакс, конечно, был лучше бы. Но это заколебает просто. Так что попробуем. Хотя тут тоже. Тут и Тор у него, блин, в день смерти. Ну, само собой. Ну, само собой, ребят. Ну, конечно же, она сейчас будет ставить на себя все, что надо и не надо, блин. Хер ее атаки. У нее защита от смерти. Вообще слабо, слабая была атака. Кроссбоунс теперь взял провокацию. Ну что, тоже берем тогда провокацию? Мы что, рыжие что ли? Сейчас в ответку. Но мы-то сопротивляемся хотя бы. Теперь этот, блин. Чепушило, блин. Колготочный. Ну мой-то на ноги встал. Поехали. Кроссбоунс, блин, ну выживет. Нет, друзья, не выжил он. Хе-хей. А это все своих вызывает подонков мелких, блин. Не любишь Таноса, да? Заблокировали лечение. Этот будет блокировать урон, да, насколько я помню. А, нет, у него снижается получаемый урон. Тогда мне есть смысл вот эту бомбить. Пока никто в провокацию не встал, естественно. Промахнулась, да? Поехали. Я обожаю кроссбонса именно вот за его вот этот удар. Он очень хорош. Особенно если еще защита от смерти есть. Понятно, провокация. Три лечения у него там с какого-то перепуга, блин, стоит. С чего вдруг три лечения-то? Заколебало. Мы ему сбили защиту от, от смерти. Сбили. Фига ты, каратистка. Оглушил.
Самое неприятное, когда оглушение идет. Давай, Дэдпул, порвешь его, интересно, или нет? Уже? Нет. Провокация есть? Давай попробуем пробить его. Есть. Ты кикимор-то, а? Вот кикимор, ты оглушен до сих пор, что ли, блин? Проснулся своей причиной. Чё ты щелкнешь пальцами-то своими? Грома, блин, дал. Это вызывает своих подонков. Пора бог грома наказать. Готов. Попал парнишка под критуху. Ну что, Хала? Или как Хелла, Хелла ее, да? Правильно будет звать. Есть. Ты посмотри, она там себе навешала, блин, защиту от смерти. Тварюга, а? Фига она там, молодец, блин. Да сколько ты вешать-то будешь себе, блин, защиту от смерти-то? Все, все защиты от смерти, ребята, мы ее с нее сняли. По-моему, и крышка, да? Нет, вроде там еще. А, нет, все, все, друзья. Фух. Нормально. Да. Превосходно. Вон геликарьер летит. Получить. Вот, вот про этого, ребята, я говорил. Вот этот, это какой-то трэш, блин. Просто трэш. Что он там утворяет? Так. Угу. Все, у меня больше ничего не осталось, да? Доступно, агент Уви. Арена. События. Черная кошка. Ну, я уже первый уровень сложности прошел, ребят, но такое себе. Здесь не могу дальше проходить, потому что у меня нету персонажей. Персонажей нету, видишь? Кого тут не хватает мне? Да дофига кого не хватает. А наградка-то какая вкусная, а? Тут не хватает. Требуется 5 героев персонажей. Зловещие шестерки с 4 звездами. Одного буквально не хватает мне, да? Ну да. Эбеновый гром. Требуется черный гром и 4 нелюди с 2 звездами. Прикинь, вот это вот все прокачивать надо. 5 детей Асгарда с 3 звездами. Раз, два, три. 5, да, у меня только 3. Мне нужен еще с 3 звездами. Ну хотя бы вот Силию, если открыть. Хотя бы Сильвию открыть. Подожди, Сильвия открыта. Звезды нету. Тогда можно было бы подраться, ребята, за гром. 5 детей с 3 звездами. Да, можно было бы подраться за гром. Сиф у нас слаба. Ну вот Сильвия только, да. А чтобы получить звездность,
Кстати, про звездность. Ну, наверное, у меня нету. Так, в компании. Я про компанию, конечно, вообще молчу, ребят. Доктор Ричардс, устройство уже готовое. Почти мое изобретение создаст вокруг Солнечной системы энергетическое поле, которое блокирует пути в Нексус из соседних измерений. Но это лишь вопрос времени, пока Ультимус не разблокирует эти пути. Мне кажется, что мы приложили подорожник к ране, который нужны швы из нестабильных молекул. Больше нам и не нужно. Пока твоя технология защищает Землю, мы отправим в измерение Ультимуса, прямо на его родную планету Халлу. Там мы уничтожим преобразователь и остановим Ультимуса со всей его армией оскверненных. Как тебе такой хирургический подход, доктор Ричардс? Ага, очумительный план, одноглазый. Уверен, мы с Ультимусом здорово над этим поржем, когда я вручу ему твою повязку в качестве трофея. И как ты видишь... Ну, что-то вообще как-то. Слушай, я же призрачного гонщика могу, по-моему, прокачать маленько, если я не ошибаюсь, поднять ему, так сказать. Эх, нельзя. Так, вот он, гонщик призрачный. И это все, на что мне хватило. Ну что-то совсем как-то ты, парень. Дух возмездия, карающий взор. Надо его хотя бы, ребят, потестить. Может быть, мы и проиграем, но я хотя бы посмотрю, на что он способен. В этом поединке, так скажем. Где там у нас? Давай попробуем. Можно, конечно, а без медика как? Чё, палач сильнее, чем... Ну да. Ну, команда, я тебе скажу, просто пипец. Что мы тут сейчас будем делать, я ума не приложу. Эту команду сейчас, наверное, разберут в 3 секунды. Просто. Во-первых, они слабые. Дэдпул, как тебе удалось обойти мою защиту? Джентльмен не спрашивает, а леди говорит. Не говорит. Но, скажем так, твою вентиляционную не помешало бы прочистить. Пусть твои агенты щита закончат настройку блокиратора порталов, а я пока разберусь с этими наемниками. Чтобы выиграть, защити операторов. Операторов. Ну, как всегда. Это самое нудное, когда, ребят, надо кого-то будет защищать. Плюс 15 врагов. Ну, понятно. Дэдпул, как всегда, в своем, блин, репертуаре. Что ты там? Что ты сделал? Непонятно, что ты сделал он там. Хера. Прибавка шкале скорости. Этому-то сейчас хана будет. А чё ты его не грохнул-то? В плане он его атакует. Провокация стояла. А где провокация? Это только первое. Нам нужно 3 раза, да? По-моему, если не ошибаюсь. Мы перенаправили энергию от атомного сместителя. Пространства осталось немного. Я знаю, блин, твою немного. А, 4 стадии даже.
Что, и медика ушатали? Если ребята агента завалят, то это будет все, это будет проигрыш. Так, вторая стадия, да? Устройство засекло гармонический резонанс всех связанных измерений. Если они отключат его сейчас, то случится катастрофа. Все. Протокол сдерживания устройств повреждены. Всем срочно покинуть здание Бакстера. А почему? Потому что, блин, оператора уничтожили. Они целенаправленно, ребята, делают оператора сосунком полнейшей категории, понимаешь? Просто, чтобы его валили и дают массовиков в этих заданиях. Вот ты как хочешь, так и вот защищай их. Как, блин, без понятия. Ну давай попробуем поменять команду. Этот вообще даже ничего не успел сделать. Ну, паучок, блин, ну. Марвел слабенькая. Команда недотепышей, блин, если честно. Провокацию Джек сделал на себя, а ее не было почему-то. Как-то ее успели сбить. Вообще непонятно, на каком основании и как. Доктор наша сиделка. Вообще вата ватная, ее разбирают с полтыка. Защити операторов. Как? Заколебал ты, а? Нет, такой еще посмотрел на нее, такой, это призрачный гонщик. Да дальше, дальше, дальше. Фантастик, блин. Ну вот, начинается. Бомбочки именно в оператора, да? Где оператор стоит, именно туда шпарит. Вот тебе, ребята, и итог. Нормально он так? Ты приговорен. Почувствуй силу ада. Ядрен матрен. Все. Ну вот, ребят, ну вот, вот так вот они валят оператора, блин. Тут уже бесполезно. Все. Оператора уничтожили, и ты ничего сделать не можешь. Ну бред, блин. Причем провокаторов не. Ну. У меня нету провокаторов, которые могли бы на себя брать атаку. Понимаешь? Они, может быть, и есть, но они у меня не прокачаны, нифига. А брать не прокачаны, ну смысл. Да. Какой-то трэш. Просто трэш. Ну что, ладно, друзья мои, давайте на сегодня тогда закончим. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.